Регбийный Енисей СТМ вылетел в Турцию для подготовки к полуфиналу континентального щита. Главный тренер Александр Первухин на сбор взял 20 регбистов, в том числе 4 новых легионеров. В скором времени к команде присоединится грузинский десант в лице 5 игроков. Среди них также имеются регбисты, специально арендованные на Еврокубок. Ну а завтра в Турцию прилетят часть сборников, получивших небольшой отдых в национальной команде. Это Сельский, Зыков и Герасимов. Первый матч против Тимишоары чемпион России проведет 30 марта в Румынии. Ответная игра состоится в Красноярске 20 апреля. Уже известно, что эта встреча пройдет на обновленном стадионе «Авангард». Напомним, что победитель двухматчевого противостояния получает не только право побороться за кубок «Континентальный щит», но и путевку в групповой этап «Евро-челленджа». Не тот стандарт. Сборная России по лыжным гонкам не заинтересована в новом стадионе «Радуга». Об этом съемочной группе «Афонтово Спорт» рассказала президент Федерации лыжных гонок страны Елена Вяльбе. Главный недостаток – рельеф. Большинство сборов у лыжников проходят в горах. Красноярский кластер расположен на равнине. Но по признанию трехкратной олимпийской чемпионки, это проблема всех регионов страны. Отсюда проведение крупных стартов на берегах Енисея пока маловероятно. Максимум – этапы Кубка России. Я так надеюсь, что этап Кубка России мы уже начнем со следующего года, как бы проводить здесь. Насчет чемпионата России надо еще немножко, тут есть некие нюансы, доработать вам их, потому что даже гомологация трассы для универсиады и для чемпионата страны, она может быть разная. Вот. Но здесь есть некоторые другие еще проблемы у вас. Для нас самое сложная проблема, кто будет проводить, потому что у вас очень слабый судейский корпус. То есть над чем работать, мы готовы помогать. Полное интервью с прославленной спортсменкой о перспективах Красноярска в лыжных гонках смотрите в ближайшем выпуске большой спортивной программы. Тем временем в Красноярск возвращаются соревнования по биатлону на призы двукратной олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой. После реконструкции турнир вновь пройдет на трассах Академии биатлона. В Красноярск приедут 250 спортсменов из различных регионов страны. Юноши и девушки поспорят за медали в спринте и по сьюте. Всего будет разыграно 15 комплектов наград. Ход для зрителей свободный. Антон Соркин, Андрей Ткачук, Афонтово Спорт.